Привет, канал Той Руша и компания Той.ру представляют. На, три сам. Игра в четыре руки. Маша, привет, Маша, смотри, что я тебе принес. Какая-то очередная... Игрушка. Игрушенька. Да, замечательная игрушка, называется Hatchimals. Это яйца. Это маленькие яйца. Это очень интересная коллекционная вещь. Там что, вот такие слоники? Это вообще слоники? Нет, ты понимаешь, в каждом яйце своя фигурка. Их 4 здесь, видишь, 4 в комплекте. И в каждом своя фигурка. И заранее не знаешь, какая. А всего их больше 70 фигурок. Да, из разных коллекций. Там есть вот, животные с фермы. Вот тут коллекции. Да, тут нарисованы, вот изображены как раз вот такие вот коллекции. Там, допустим, животные с фермы. Но мы не знаем, какие игрушки в яйцах. Только одна игрушка открытая, пятая. Она идет как бонус, она в подарок. Так, ну что? Тебе интересно узнать, что внутри? Да, мне вообще интересно. Давайте я помогу. О, мне кажется, вот. Даже получилось. Молодец. Мне даже получилось. Сейчас. Она вот так вот просто. Да, вот так. Опа. Просто. Вот. Раздербанится. Все, доставай. Я люблю, чтобы аккуратно было. Ой, ты, я чтобы знаю, ты очень аккуратная девочка. Очень, да. Аккуратная девочка. Да. Ну, как не очень аккуратно. О, здесь еще какая-то инструкция, наверное, да? Обожаю инструкции. Ой, какая-то карта. Это карта, где живут эти... Да. Вот эти животные, как бы, да, вот разных коллекций. Их 11 штук, может быть. Вот кто-то живет в горах. Кто-то живет там, где всегда снег. Кто-то живет там, где вода. Какие-то, наверное, третья сказочные история. Существа живут. А здесь вот перечислены все фигурки. Mm-hmm. И когда мы достанем с тобой из этих яиц фигурки, ты сможешь здесь отметить, какие именно фигурки у тебя уже есть, а какие надо еще найти. Там кто-то есть. Давай я тебя научу, как открывать. Не Давай. Надо просто так никуда нажимать. Давай. Надо пальцем тереть вот это сердечко. Видишь, оно сейчас какой он цвет? Сиреневое. О, вот. Синее. Фиолетовое. Синее. Нет. Оно фиолетовое. Фиолетовое. А надо, чтобы оно стало розовым. Давай попробуем. Давай. А может быть я? На, ты. Конечно, ты. Это же твоя игрушка. Это моя игрушка. Вот я тру. А как, правильно я тру? Давай, быстрее три, да. Ну-ка. Я и так тру. Ну, чтобы, да, быстро, чтобы тепло было. Быстро. Там же важно, чтобы погреть яичко же, как надо? Высиживать. Да, вот. Здесь может, надо высидеть? Вот, еще чуть-чуть уже осталось. А? Давай, у тебя уже получается как очень это хорошо. Вообще какой-то сложный процесс. Конечно, ну добывание. Как же, цыпленка из яйца, да, это очень сложный процесс. Что как? Вот, ой, давай. И там трещина какая-то пошла. Пошла трещина, да? Пошла трещина. Все, давай. На, три сам. Смотри, я все, уже, у тебя уже почти что вылупился детеныш из яйца. Осталось только нажать вот сюда вот. И она отделится, видишь, смотри, отделяется ух ты, скорлупка. Все, дальше все. Сама снимай шапочку. То есть это я снимаю скорлупку. Да, доставай оттуда детеныша. Ну-ка, кто там у нас? Кто там у нас спрятался? Какой тигренок, наверное. Да он еще и с крылышками. Да, вот он. Вот точно, это он. Из какой он коллекции? Lilac Lake. Lake, это озеро какое-то, да? Lake. Давай посмотрим, где у нас здесь Lilac Lake. Где же ты живешь? Вот, смотри, цифра 9. Ищи цифру 9 и найдешь, вот. где живет в вот Лиловом он. Озере, вот я так он, думаю. Лиловое да, озеро. Вот. Он здесь купается. А дальше яйца высиживают. Это конечно, такой сложный конечно, процесс. Конечно, это интересно. Вот теперь смотри. А смотри, а слоник-то у нас слоник. Откуда? У нас бонусный слоник. Найдем. Слоник. Из какой коллекции у нас слоник? Вот он слоник. Правильно? Это он? Да, это он. Это он. И что там написано? Саванна. Так, ну ладно. Двоих мы собрали. Таких вот сейчас попробую. Получится у меня... Давай, старайся. Грей, да, молодец.
очередное яйцо. Давай, 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 молодец, Маша, молодец. Давай, уже розовеет. Все, она сейчас уже трескаться будет. Да, сейчас будет. Давай, 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 давай. Ура! Ура! Все, треснуло. Ура, я сама справилась. Я высидела кафе. Ой, что там? Кто-то... Кто это такой маленький? И тоже прищуренный. Ой, это же улиточка. Улиточка. И тоже с крылышками серебряными. Замечательно, замечательно. Ох, какая улиточка. Давай найдем улиточку. Так. Вот она улиточка, она из коллекции Гаден. Гаден, сад? Гаден, сад. Сад. Вот может быть он там, она там да, живет. Да, наверное, седьмой. Да. Седьмой. Вот, вот он, твой домик, вот в этом, вот этом домике. Вот в этом озере живет у нас наш тигренок, да. Здесь у нас здесь живет улиточка, а слоник, он сам по себе гуляет. Он везде живет. Ну что, хочу давай сказать, ты кого-нибудь высидишь? Давай, высиживаю, смотри, у меня оно сразу становится там... сердечко розом. Сейчас, сейчас мы узнаем, кто же там в этом яичке спрятался. Должно треснуть, да? Оно же должно треснуть. Угу. Оп. Оп. Все, открываем. Ну что, давай. А знаешь, еще коллекционные вот эти фигурки отличаются по своей, так сказать, редкости попадания. Ой, кто-то... Есть игрушки, которые часто можно встретить. Да кто? А есть игрушки, которые очень редко попадаются, их очень сложно найти в коллекции. А кто это из двумя глазами? Мне кажется, что это Мишка. Так. Такие вот друзья такие все. Но сейчас мы последнего, соберем мы последнего. Греть сама буду последнее яйцо. Дырка. Еще чуть-чуть и будет дырка. Вот, вот, оно уже розовеет. Видите, оно розовеет, 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 розовеет. Вот, все, лопнуло. Лопнуло. Лопнуло яйцо, и оттуда сейчас появится малыш. Так, и кто же у нас там сейчас появится? Ну-ка, иди сюда. Ну, ты не хочешь выходить? Я тебя зову. Может, он тебя боится? Ой, это же мыша. Мышка. Мышка. Вот, видишь, мышка как замечательно. Мышка с крылышками, видишь, какие. Теперь крылышки. Целых 5 маленьких друзей. Вот теперь он надо, теперь надо коллекцию помощь. Пополнять, Маша, регулярно, чтобы у тебя собрались все 70 фигурок. Непростое это дело высидеть яйцо. Ну, у тебя получилось, Маш. Молодец. Ну, ты мне помог. У тебя получилось это лучше гораздо. Ты тоже молодец.